Музей фотоистории – это не только коллекция уникального, старинного и нового оборудования из разных стран мира, но и сообщество творческих людей, которые помогают горожанам открыть для себя интересные места родного города. Впрочем, проекты и организации распространяются далеко за пределы губернской столицы. Примером тому служит участие НКО в международном фестивале «Интермузей». Работа самарцев получила высокую оценку Министерства культуры России и награду за реализацию социальной миссии. Музей не только организует всевозможные выставки и экскурсии, но и проводит инклюзивные мероприятия по социальной и профессиональной адаптации для детей-инвалидов и сирот. Именно самарские фотографы стали организаторами всероссийского двухдневного фестиваля «Лето в Зените». В рамках фестиваля мы показываем красоту Самары, организовываем экскурсионные мероприятия, игры, мастер-классы и конкурсы. Активность и энтузиазм некоммерческой организации поддержала администрация Самары. Музей получит помощь в развитии своих проектов. Информационная составляющая очень мощная, конечно же, о мероприятиях. И подключение других организаций будет, школ, учебных заведений, культурных заведений. Поэтому административная очень нужна поддержка, особенно если будет еще и материальная. В список победителей городского конкурса «Лучшее НКО Самары» также вошли организации, представившие патриотические, культурно-просветительские и другие общественно значимые проекты. Поддержка подобных инициатив будет продолжена администрацией Самары в 2016 году.